Привет, народ, с вами Ник Фрост. Это был мой второй запуск Mortal Kombat после обновления, я имею в виду Войны Фракции. Мой второй поход в Войны Фракции, второй мой отряд после обновления игры к версии 1.17.0. Это мой отряд спецназа, который я очень стремился создать прям кровь из носу. Не помню, в каком они уже порядке тут получали максимальное слияние, но он у меня достаточно быстро вначале получился. Не помню, по-моему, самый сильный был Кинч, он мне постоянно выпадал, а вот Соня и Кесси намного позже появились. Значит, о чем речь? Выбрал этот отряд специально в надежде, ну, может, им кто-нибудь крутой попадется. Может, кто-нибудь с обновления, а может даже не обновление, а посмотреть. Иногда я устраиваю для себя такие челленджи, чтобы глянуть, ну что, тащат эти ребята еще или нет. Вот это ребята с первой версии, с самой первой версии игры. Первый мой отряд был немного не таким, у меня была другая Соня, там был баг. Эта Соня давала плюс один к силе, плюс вот этот Кенши, и все эти спецназовцы стартовали плюс два к силе. И как раз обновилась игра, в тот день мне выпала эта Соня, я включил, а баг уже пофиксили. Вот такие дела. То есть, малеха, я расстроился, по-моему, это Соня тактическая она там называлась, или как-то Соня тактик. По-моему, так она называлась. И моя цель стала, ну, раз не катит, тогда буду Соню уничтожения ждать. У нее вроде бы мне больше нравились ее приколы. Как пассивочка мне ее больше нравилась, и то, что она поджигает, короче. А та была какая-то ни о чем. Слабо била. И в этом духе. Ну, это, кстати, тоже не особо сильно бьет, но вот то, что она умеет поджигать, меня, несомненно, радует. Ну, что можем сказать? У соперников та же петрушка, блин. Долбаная Джейд, 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 Джейд. Если не Люкан, так Джейд. Одна и та же песня. Ну, кто-то меня радует. Раньше, конечно, было убер решение, сейчас уже не так эффективно. Сейчас и бойцы такие жирненькие все пошли. Раньше не быстрее загибались, у народа не было настолько крутых толстых карт, как сейчас. Но тем не менее, смотрите, 40 секунд. Раньше там вообще все от 20 до 30 секунд раунды были. Ну, поскольку Кесси Кейдж просто их всех заспамливала своим вторым спецприемом, не давала им ни свой выполнять. Ну, короче. Короче, шанса у соперника не было. Теперь не все так однозначно, но тем не менее играется. Ну и под настроение. Вот, смотрите. Раз и заблокировал ей спецприем. Нормально, удобный. Тогда просто зверя наказать. Ну, плюс у нее, по-моему, пассивка, которая, как я это называю, пробитие добавляет. Ух ты, а, это я уже умный. Я уже не довожу, нифига себе. Я думаю, а что это я не сделал комбо? Я вспомнил, что передо мной боец опасный. Вы видали? А, и смотрите, какой прикол. Она не успевает ударить. Она не успевает ударить. То есть она подбегает и сразу же получает от меня. Да, вот это прикол. Раньше я и на него ставил вещь, которая ему экономила второй спецприем. А сейчас его отдал Соне. Так как решил, что кроме первого у него ничем пользоваться не буду. Только отбирать силу. Тут, конечно, было обидно. Я знал, что эта тварь выскочит и отберет рентген у моей Сони, блин. Ну, что сказать. Так получилось. Тоже, да, блин, боец выскакивает и минус один силы у всех. Ну, это нормально? Это сбалансировано? Тут я хрен его знает, либо так ее завалю, либо этот самый, либо рентгеном. Наверное, вот, блин, не буду гадать, наверное, нервы мои сдадут, и я на рентген не буду копить. Хотя, кто его знает. Сейчас собираю. Забавно, что она иногда не проскакивает, и как я вовремя, бывает, понимаю, что комбо какое-то не такое, как должно быть, что лучше сейчас нажать блок. Не бить в надежде, что она не успеет подбежать, а поставить блок.
Забавно, у нее даже начинается анимация. Мы видим, что она этим шестом своим пытается бить. И тем не менее, моя Соня бьет первой. Необычное какое-то явление. О, тут я решил добить. Так, красава, решил рискнуть. Да, блин, вообще. Молодец, молодец. Блин, лучше бы они добавили опцию настройки графона мини. Так забавно было тогда. Мне нравилось вот это. Поставишь все на минимум. Тогда, когда мы через конфиг это все делали. У-у-у, все такое рогатенькое. Зато, блин, стабильные 60 кадров, а то и выше. А сейчас такое ни туда, ни сюда. Ни снега, блин, нет. Вот на этой карте у меня, к примеру, много чего нет. Вон, по-моему, свечки, вон почему-то они не горят. По-моему, на этой карте на высоких настройках вот те свечечки должны гореть. Еще, по-моему, вот эти шары такие висят. По-моему, и у них огонь есть. Ну, я, конечно, могу путать. Я не помню, какой версии они убрали возможность менять настройки графона через конфиг. Так что я могу, конечно, путать уже. Помню, как только познакомился с игрой, как все эту карту описывали, как она у многих тормозит. Особенно, если на этой карте начинает боец гореть. Ну, у меня, как вы понимаете, вот такое, как здесь падение, наблюдается только в записи. Из-за того, что я записываю сразу же смартфоном, на ту же свою память смартфона ложу видосик. Во время геймплея у меня ничего такого не происходит. Геймплей у меня стабильный, я не жалуюсь. А если бы у меня тормозило во время записи, я бы вообще этим не занимался. Вот, к примеру, в настольной версии у меня там, видели, иногда проскакивают ролики, где такой мерзкий скрип есть. Это Shadowplay почему-то делает скрипящий микрофон. А вот, к примеру, OBS, который мне тоже очень нравится, вот ей не записываю ролики с компьютера, потому что мне не нравится падение производительности. Да все, тут все загнулись, блин, шансов у вас нет. Даже отряд триборгов. Учитывая, что у меня есть Кенши, который отбирает силу, да, шанса у вас, ребята, победить нет. Там, я вижу, можно пойти полностью. Вообще всю амуницию шелка надеть. Добавляйте еще те плащи, все дела. И если у Шалкана будет все 4 слота заняты, он получит плюс 4 очка силы. Вот так там, блядь. Итого будет сколько? 3. Еще одну дал шлем 4. Не, 6. 6, ну да, 6 очков пусть будет, да, вот таким хитрым образом. Еще там куртофан там или плащ, или что там еще можно. Поножи там или, блин, наплечники какие-нибудь. Да, добавляйте, и можно будет Шалкана собрать. Молот типа, штаны, шлем, ну и верхняя часть, да, вот так, на 4 разбейте. И будет полный комплект Шалкана. Смотри, какой-то мерзопакостный отряд подобрался. Этот, блин, Люканчик доставучий своим первым сестрёмом, тем, что мешает меняться. И это, блин, козлина, которую Коля, как всегда, попытался ударить. И еще он там одна козлина, которую тоже нельзя бить. Ну, что тут делать? Вот что он стал? Вот тут Коля, наверное, в растерянности. Да. И вот после этого я решил, да, надо чаще играть Джейд. Она очень зверско меня выводит как соперник, надо чаще ее брать и смотреть, как она себя показывает в моем отряде. Так, ну пока мы по жизни покоцаны приблизительно равно, мы немного больше. Тут я тупо специально бью блок, знаю, что и блок неплохо бьется. Пока, Кейси, пока! Ну, тут я первый раз до 100 добил, второй раз решил не добивать. Короче, непонятно, что я что творю. Но тем не менее, черепки отбираю. Все, черепки отобрал. И теперь можно выпускать Соню. Я даже не знаю, того хрена вон две полоски. Тут надо все хитро, ребята, так обыграть. Чтобы Кенши как-то поучаствовал. И не зря он, сила у него была. И чтобы он не умер. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тут вся надежда на то, что они спасут таланты соперника. Не-не, не так.
Надежды нет. Все контролируемо. Все контролируемо. Все. Никакой надежды, никакой удачи. Все тут, все продумано. Все таки есть. Да, 38 тысяч. Когда-то это было круто. Хотя, если сейчас вспомнить Мелину алмазную с ее 52 вместе с молотом. Да, 38 не так уже круто. 53 тысячи жизни у Сони. Че так вообще херово-то? Че так мало? Ладно, ребятки. Тоже мой классический отряд. Скажем так, версия 1.0 против версии 1.17. Ну, из 1.17 мне пока никто не попадался, но, тем не менее, ребята выступают неплохо. Невзирая на все дополнения и весь, скажем так, анбаланс в этой игре, выступают они неплохо. Ладно, всем пока-пока.